И всем привет, ребята, вы на канале Санишка Играем Вместе, и сегодня мы играем в Feather Family. Все долго просили у него сыграть, просто я сейчас прокачиваю альбатросов в Adopt Me, если кто знает. Просто давно не играл, ну, сейчас я запишу. Тут две новых птиц вышло, вот. Так, я даже не знаю, кто новый вышел. Так, где у нас тут альбатрос? Тут на обложке альбатрос был. Вот альбатрос, его просто обновили. Давайте купим шеф. Это, погоди, такой он у меня был, по-моему. Ладно, сегодня купим две птицы. Да, у меня он был, просто у меня, не знаю, что-то не это не сохранилось. Нифига. Нет, не надо. Опа. Ну, давайте. О, вот такой вот. Вот такой вот сейчас загрузим. Вот. Вау, красиво. О, красивая птица. Я не знаю, точно была она у меня или нет, но, по-моему, она у меня была, но, возможно, я просто обновила. Вот так вот. Сейчас сделаю обзорчик на нее. Вот так вот она красиво выглядит. Мне очень нравятся такие неоновые птицы. Вот так она плавает. Ну, вот так вот. Вот так прыгает. Дальше вот так вот. Как бы. Как вот так вот кричит. И сидит вот так вот. Как лебедь, в принципе. Вот такая вот красивая птица. Вот так вот. Вот. Дальше вот так она ест. Дальше вот так лежит. Вот так вот. И вот так вот как бы крыс. Кряхтит. Ну, вот так. Дальше вот так вот. Ну, вымывает крылья. Закрываем глаза. Вот так вот, как обычно. И вот так вот летит. В принципе, ну, как обычная птица, но только звук, как у всех, разный. О, вот здесь вот у нас все вот сейчас здесь спамнятся. Вот такая вот птичка у нас. Помню, как называть хочет. Да не, я. Сейчас давайте купим вторую птицу. Сейчас. Десерт. Вот. И покупаем еще одну птицу, которая стоит 400 денег. Вот. Сторг какой-то. Ай, блин, я не показала вам, какой малыш был. Давайте я сейчас покажу вам, какой сейчас. И потом покажу уже, какой в маленьких. Вот. Сейчас мы загружаемся, посмотрим, какая это птица. Вот так вот она. У нее длинные такие ноги. Вот. В принципе, как цапля. А вдруг это и есть цапля? Ну, короче, неизвестная птица. Мне она неизвестна. Ну, сторг. Сторг. Как по мне, похож на индюка. Вот так он. Он под водой, короче. Он подводный. Блин, красиво. Короче, сейчас подплывем быстренько. Давай быстрее. Долетим. Вот здесь. Вот так он летает. Вот так вот. Так. Вот так он. Вот так как вохчится. Вот так моет крылья. Вот так вот спит, блин, миленько спит. И кушает. Вот так вот. Миленько довольно. Вот так вот сидит. И вот так вот кричит. Ну и бежит быстренько. Вот так. В принципе, как шагает, только быстрым шагом. Ну, вот так. Вот такая вот птичка. Сейчас поиграем за маленьким. Вот. Сейчас. Так, что-то новенькое обновилось вот здесь вот.
Но и мне кажется, вам будет неинтересно, потому что, возможно, она у вас уже есть. А, так что сейчас... Так, вот ворона... Ой, шавка, где? А, это этот... Как там? Орел или как? Ну, короче, ястреб. Да, ястреб. Вот. Кстати, ребят, по поводу, ну, фильма второй части, ну, как бы, я же снимала там первую серию, сейчас я решила переснимать ее, потому что, мне кажется, просто, ну, как бы надо подойти, что просто мне на день рождения моя подруга подарила такой блокнотик, я в нее записала мангу три части. А я все так подробнее более рассказывать, так что я сделаю новую часть. Ну, короче, фильм будет выходить по воскресеньям, так что скоро уже ждите в это воскресенье. Вот. Тем временем, вот такой вот у нас цыпленок маленький. Или нет, этот вороненок, или как. Ну, ястребенок, вот. Так вот, бежит быстренько. Так, лохчет. Сидит. О, блин, миленько сидит. Слушайте, реально миленько сидит. Ест вот так вот. Так спит, классно. И вот так закрывает глаза. Вот такая вот птичка. Очень классная тоже. Ну, птенчик такой прям миленький. Сейчас мы посмотрим еще как будет этот, как там его, вот этот Сторг. Так, ну, маленький. Блин, мне кажется, маленький, он более милее, чем тут. Просто мне как-то вот это вот, ну, как бы вот этот вот, ну, как свисает, вот это мне не нравится чуть-чуть. Но я, мое мнение, кому-то, может быть, даже нравится, но мне как-то нравится больше маленький. Давайте сейчас посмотрим. Вот. О, слушайте, вот он довольно большой. Вот такой вот он большой, прикольненький. Вот так он шагает. А, кстати, он вот так еще. Так, ест, короче. О, классно. Вот. Так, тут классно сидят, очень я. А так, кофтик. О, спасибо за еду. И просто обронил. Эй, привет, привет, привет. Если ты мой подписчик, привет в видео. Так, сейчас соедим. Вот, вот так он лежит. Так он закрывает глаза. Ну, короче, закрывает, как все обычно. Вот. Так, будем вместе с ним есть. Ну ладно, ребята, если вам понравилось это видео и было вам как-то полезно, вдруг вы там хотели купить его, а не знали, какой он будет на вид, так что думаю, вам будет это полезно. Если вам было это видео полезно, то поставьте лайк, подпишитесь на наш канал, и всем пока.